Очень любопытно. На склад в Екатеринбурге что-то прибыло мое и заняло 18 литров, видимо. Ну, видимо, кубометров, конечно. Вот. Причем это произошло после первой доставки в деревню Черная Грязь. Черная Грязь, как я посмотрел, это тоже склад. Это не клиент, это так проверяют заказы. Но вот второй точно клиент был. А вот это я не понимаю, что 17 литров занимает на складе в Екатеринбурге. То есть я пока ничего туда не отправлял. Вот такие дела. Магия.